Мы подобрали песни, 4 песни как раз в тему слова «ледокол». Первая песня называется «Ложка в бочке». Это, так представьте, я подумал, такая у меня мечта была. В общем, стиль Виа 80-х, 70-х на наши современные проблемы переложить. Песня «Ложка в бочке». Открой окно, выгляни в монитор. Если ты видишь свет там, я за тебя рад. Ну а я словно муха и словно сам у себя вор. Я краду рая радости, вижу, как цветет ад. Цены взрослеют, зарплаты застыли в яслях. 37-й крадется кремлевским клопом. Ребята работу ищут, как иголку в синях. Девчата ждут женихов, ну а те за компом. Я, к сожалению, не дурак и далеко не идиот. Я часто вижу, что все не так, что миром правит кошелек. Ужасом уши заживала, лаза слез лезет в глазах. Но бочку мира преображала ложка тихого добра. Но глыбу льдин преображала крошка вечного тепла. Котики и лайки лишь нагоняют тоску. Сколько в сердечных часах моих будет песку? Отец Кирилл Павлов и тот предрекает войну. Но спасая Россию, смотри, не разрушка семью. Космонавты дубинками бьют безоружных людей. Кто-то в этом действии видит героический момент, но споря о величии империи, упустишь детей. Ведь сказка на ночь важнее новостных лент. Мне говорят, что я дурак, и говорят, что идиот. Я часто вижу все не так, что миром правит кошелек. Ужасом уши заживала, лаза слез лезет в глаза. Но бочку мира преображала ложка тихого добра. Но глыбу льдин преображала крошка вечного тепла. Когда жарят страсти на сковородках ток-шоу, попробуй рот на замок и о других говорить хорошо. Искренняя эстрада выше, чем пошлый рок. И рассуждая о рае, можно лишь вырастить рог. Кому-то помочь значит осчастливить себя. Смиренный и кроткий — это пешка с силой ферзя. Простить, как отрезать, и крылья растут за спиной. Это не реклама, я это все проделал с собой.
Следующая песня называется «На льдине». Она написана под впечатлением от рассказа Юлии Вознесенской «Вдвоем на льдине» о детях, больных онкологией. Слез из сжатых скул высекает соль, размывает гримороль уродливая боль, обложила желчь овражьем, вымолилось молоко. Тело храм обезображен, а рядом никого. Там, где опухоль и хвори размывает сон пучина, там за ветошью ресниц тихо теплится лучина, та, которой приглядевшись нельзя не опалиться. Сам идет душа от раковица. Он смотрел в ее глаза, в них давно томился свет. На плече его рука, а на бичеве крест. Он связал из слов и звуков сиреневую шаль. Так неземная боль обращалась вдаль. Удваивали знания жизни каштановой беседой, тепло нанося на холст из мешковины неба. Прощаясь с каждым днем, не знали, а придет ли новый. В свадебных пижамах шли под линией церковной. Вдвоем на льдине жизни пусты. Открыла тайны сгибы своей скошенной судьбины. Он прилюбил рубцы ее раны своими. На ладье плыла в ладонях с ветерком лесным. А он платил долги обоим, да прощал другим. В одноместной лодке плыли с разных берегов друг к другу, но лед ковала на реке земных законов вьюга. Когда сердце обнулилось и замерз приговор, теплым морем ее обнял покровом Афон. Вдвоем на льдине жизни пустыни небес.
Спасибо. Сейчас будет маленькая музыкальная пауза. Что это? Три? Следующая песня называется «Хлеб». Она посвящается всем молодым. Виртуальность молодости питается от розетки гордости, когда крайне вскрываемый день раздирают нервы дребедень. Древесные кружева старости скроют земные радости, когда крайний прожитый день с молитвой присядет на пень. Сколько прожито лет, не важно. Выпечешь из сердца ли хлеб без сажи, тайную мерзость и гнусь узрят при всех, но за отловленный от себя вкус простят. Свет да будет твой. Любовью влеченные в
битве с собой запеченные, течения времен нарушители, брали в друзья небожителей. Сколько прожито лет, неважно, выпечешь из сердца ли хлеб без сажи. Тайную мерзость и гнусь узрят при всех, но за отломленный от тебя кус простят. Свет да будет твой всегда со мной. В ладони возьми и к себе меня тишины. Небо молоко, но сегодня день постный, и пусть будет вода. Где-то далеко праздник света созерцания, когда навсегда, навсегда, навсегда. Спасибо. И завершим мы короткой песней «Лампочка». Наш взгляд. Ну, для меня. Для меня ледокол — это моя версия ледокола, она такая домашняя. Песня «Лампочка». Хочешь узнать мое мнение о различных вопросах бытия, а я знаю только, что без неба не смогу продержаться и дня. Я ничего не знаю, как оно правильно и как должно быть. Я безуспешно обучаюсь каждый день ремеслу жить. Что такое любовь? Обнять жену и сварить макарон. Что такое надежда? Видеть в ближнем проекцию икон. Что такое вера? Тихо плести кружева теплых дел и воплощать в жизни то, о чем только что спел. И воплощать в жизни то, о чем только что. И смысл проповедовать свет
Когда так спокойней летаргический сон, не лучше ль смастерить табурет и, став лампочкой, вкрутить себя в патрон и смысл вещать о высоких вещах, когда и сам не против искупаться в болоте, а солнце пылает в ежедневных печах, так стань звездным хлебом на судьбоносном противне. Что такое любовь? Пропылесосить и сварить жене ужин. Что такое надежда? Понять, что без небес я голый безоружен. Что такое вера? Не касаться смерти никаким боком, ведь Бог стал человеком, чтоб человек стал. Ведь Он стал человеком, чтобы ты стал. Спасибо большое. Храните тепло.